Значная частка российской брендовой продукции вырабатывается с использованием белорусской сыровины. В этом журналисты двух стран смогли переконаться под час пресс-тура в Тульскую область. Олег Сентюров наведал несколько предприемств, где вырабатывается знакомитая продукция. Вот так робится знакомитая тульская перники. Технология, в принципе, не секретная, а для повторить именно тульских перников в других местах немогчимо. Некто каже об особливых ингредиентах, той же воде, например, а некто спасается на особливую теплню рук мясовых работников. Свою официальную историю тульский перник отличивает с 1685 года. Навод докладная дата народжения есть 5 жнивня. В усилякем разе, миновито у гэтый день тут проходит масштабная урочистость, примеркованная до гэтой подеи. Иншая справа, что повторить смак больше 300-годовой давнины уже не магчима. До советских часов рецепты были настолько строгой тайны, что ими не делились навод с близкими родными, хоть некие обовязковые для всех потребований были завсёды. Обязательно используются растительные узоры. Есть надпись. В надписи есть секрет. Сделана она в зеркальном отражении. Некоторые формы пряничные, которые делали больше 100 лет, 200 лет назад, были сделаны с ошибками, потому что люди тогда грамоты не так хорошо владели, как мы с вами сегодня. Сегодня у Тули несколько вытворцов перников. Але кондитерская фабрика «Ясная поляна», сярод их самая великая, что год тут вырабатывается около 20 тысяч тонн продукции. Правда, набыть ее у Беларуси не завсёды магчыма. У нашу краину отгружается максимум 10 тонн. Перники користаются значным попытом. Причем вырабатываются они с выкористанием белорусской сыровины. Неповторный смак надает у темнякую повидло, якое поставляет наша краина. Не обходится без белорусской сыровины и еще одно предприемство. Компания «Юнилевер», вытворца харчовой продукции. У приватности для мороженого тут выкористовывается наше молоко, а для майонезов и кетчупов – мазырская соль. Импорт белорусских ингредиентов не выпадковы. До брендовой продукции – жесткие потребования. До речи, россияне строго сочат за санитарным станом не только на наших предприятиях, але и на своих. Для того, как конкурировать, необходимо быть бездокорным. У нас очень сильный внутренний контроль, и у нас полное соответствие всем санитарным и государственным требованиям и нормам. Вот. Перед запуском фабрики был строжайший аудит. То есть мы проверили все на соответствие всем нормам совместно с государственными органами и внутренним аудитором компании. Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель», Российская Федерация.